Уважение к старшим – важнейшая задача для подрастающего поколения. Необходимо помнить и чтить успехи и достижения людей, которые долгие годы вносят свой вклад в развитие не только отдельного региона, но и всей страны в целом. Известному ветерану труда Кельдбаю Испагамбетову исполнилось 75 лет, и в честь юбиляра было организовано специальное торжественное мероприятие. Патриот родной земли, человек, который начинал свой трудовой путь с самых низов и добился весомых успехов в различных сферах и отраслях. Именно так можно охарактеризовать деятельность Кельдыбая Испагамбетова. В его биографии значится много интересных фактов. Начинал помощником чабана, стремление учиться и познавать новое. Вот основные его спутники в жизни. Успешно работал в сфере сельского хозяйства. Как результат, Кельдыбай Испагамбетов получил должность в профильном министерстве. И так было везде, где бы он ни работал, всегда добивался высоких достижений. Бар ембегнес өз деңгейге жоғары бағаланды. Нельзя не отметить ваш огромный вклад в развитие региона и вашу успешную трудовую деятельность. Оценкой этому являются государственные награды и признание народа. Хочется от чистого сердца поздравить вас с 75-летием и пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это отрывок из поздравительного письма от имени акима области. В честь 75-летия юбиляр получил добрые пожелания и памятные презенты. Это знаки внимания за активную социальную работу. Кельдыбай Испагамбетов был депутатом областного совета, председателем городского общества «Казактыле», вице-президентом Союза пастухов Казахстана. Также общественность региона не забыла, что за свой счет он издавал газету «Елим-Ай». Нам удалось поработать с ним в двух эпохах, в советское время и в период независимого Казахстана. Он очень справедливый, открытый и прямой человек, настоящий профессионал своего дела. Действительно, душой переживает за свой родной Байгаинский район и регион в целом. Кельдыбай Испагамбетов внес огромный вклад в развитие целого ряда сфер и направлений. Хочется пожелать нашему ветерану всего самого наилучшего. Мы им гордимся. В ходе мероприятия своими поздравлениями выступили представители общественности. Теплые слова прозвучали и от жителей родного для юбиляра Байгаинского района. Байгаин аудан халка. В Байгаинском районе гордятся своим земляком. На протяжении всего жизненного пути он показывает достойный пример молодежи. Настоящий патриот и трудоголик. Кельдыбай Испагамбетов является обладателем ордена «Курмет». В настоящее время возглавляет Актюбинское отделение Ассоциации фермеров Республики Казахстан. И благодаря своей трудовой деятельности по-прежнему считается правильным примером для подражания у молодежи. Николай Сырбов, Дархан Мектебай, Миржан Аманжолов, телеканал Актюбе.